Жительницу Павлодара, объявленную в международный розыск, экстрадировали из России в Казахстан. Женщина подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По информации Генеральной прокуратуры, в период с 2019 по 2023 года она брала у знакомых многомиллионные суммы, якобы для развития бизнеса. В качестве гарантии предоставляла не принадлежавшую ей квартиру. В общей сложности от действий предприимчивой казахстанки пострадали 66 человек. Ущерб составил 223 миллиона тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция на родину. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в город Павлодар. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.